Сочи, как самый цветущий город, активно продолжает готовиться к открытию курортного сезона. Садовники проводят кропотливую работу, оформляя сочинские ландшафты экзотическими растениями. Одной из площадок стала самая главная яркая улица курорта Новогинская, которую успели полюбить не только жители, но и туристы. Палитра цветов разнообразная – красные, розовые, фиолетовые, желтые лепестки южных насаждений. Вот, например, бегония – цветок солнца, которая комфортно адаптируется в жарком субтропическом климате. Помимо широкой цветовой гаммы, разнообразны и виды растений. Мы озеленяем, украшаем на данный момент улицу Новогинскую, сажаем герань. Это герань ампельная, это которая будет плестись такая. Потом мы высадили здесь петунью, сальвию, бегонию. Бальзамин. Самые популярные – это красные. Вообще высадка цветов в Сочи производится посезонно, в осенние и весенние периоды. И уже сформировалась целая коллекция многолетних культур. У нас это уже стало традицией, смена одной коллекции на другую, зимней на летнюю, наоборот. Предложили к высадке порядка 370 тысяч цветов, 150 тысяч будет высажено в центральном районе только однолетних культур. И наряду с этими мы будем высаживать многолетние цветы. Высаживать цветы в Сочи будут до 1 июня. Кстати, в городе не просто обновляют клумбы, но и разбивают новые. Так совсем недавно здесь же, на Новогинской, на месте снесенного магазина, появился яркий красно-желтый цветник площадью более 300 квадратных метров. Бегонии и сальвии будут радовать жителей и гостей курорта до самой осени. Дина Отман, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.